Ты бросал, ты сделал какой-то прием, посадил назад. Значит, что надо делать? Во-первых, он не должен правой посмотреть на меня. Он не должен взять захват правой рукой. Твоя задача обязательно этот захват. А правая рука? Да. Вот эта рука, он берет захват. Если он не будет держать, то тебе никогда посадку не сделает. Постараться захватить, вот здесь руку держать. Раз, захватить руку. Будет руку вверх поднимать, то знаешь, что подвернешься, пытаешься бросить. Будет внизу держать, вот тогда можно удалить. Дальше. Не получается, он взял захват. Помнишь, мы говорили? Поворачиваешь отсюда, сюда, сюда бросаешь. Ты все время так делаешь. Иди сюда, ты. Посмотри на меня. Вот посмотри. Ну, видишь, какое твое движение? Посмотри на руку. Что эта рука делает? Ничего не делает. Она тебе мешает. Она тебе не дает повернуть туловище. Я в эту сторону не могу показать. Отсюда. Если ты... Развернись, вон меня. То есть, если ты здесь держишь, пошел сюда, руку надо захватывать уже вот, куда рука должна идти. Она должна выйти уже за шею взять. А ты подворачиваешься, она у тебя остается. Хоп. Тебе нечем тянуть, ты не можешь этим тянуть. А это тебе плечо не дает, и получается у тебя туловище вообще искорежено. Эй, надо... Отсюда, когда... Наклонись. Когда бросаешь, вот ты не даешь им. Вот ты бросаешь. Вот эту руку надо отпустить и вот сюда, именно рукой. Только при этом захватит делать бросок. Но раз не тебя три раза поймал. Не делай. Не делай. Взял захват, сюда постарайся. А сюда вот если ты смотри. Вот он взял, вот отсюда. То есть нагрузи его. Можно. Нагрузи. Раз отсюда. Оп, сюда показал. Хоп, сорвал. Все, здесь. Чик, 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 чуть-чуть подергал. Все, я сюда не буду. Выиграй за счет активности. Я больше физики. Больше сердце лучше работает, потому что ты просто бегаешь, он не бегает. За счет того, что ты его держишь по краю ковра. Он же не будет думать, что как бросать, он будет думать, как бы не выйти. За счет этого надо выйти. Будешь залезать вот то, что ты хотел, все время будешь падать. У него ноги длинные. Залезаешь рука неправильно. Он тебя будет ловить. Еще раз, вся борьба. Вся борьба. С правой рукой. Взял хороший захват. Отсюда. Подожди сюда, раз, посередине, и только потом подворачивай. Рука должна быть здесь. Если рука здесь, то уже не так брать, отсюда. Хоп, отсюда руку сорвал, отсюда. Нет, хоп, отсюда показал. И не надо лезть, надо за счет активности его задавить. Чтобы он в колени не вставал. На соревнованиях. А мне не волнует, что на соревнованиях. И на соревнованиях можно загонять чувака. Вот так Тома боролся с Думеником. Думеника за счет отсюда. Он брал хоп отсюда. Он выигрывал Тома. Тома выезжал, все турниры выигрывал. А вот с Думеником не мог бороться. Зато, как Валерий Думеник, он там, он не так боролся, как с Томом. То есть он боролся так, и так не получал. Значит, все физически сильные.
Ну, бывает иногда. Есть люди, которые дома все выигрывают, а за рубежом мало. А наоборот, есть, которые дома не всегда выигрывают, а зато за рубежом все выигрывают. Все, ты понял? Твоя задача замучить, задергать его, чтобы я ему накрутил шито. Вот это твоя задача. Все, у вас вначале я пока ничего не говорю. Ну, последний слово. Вот. А ты что? Не лезь сразу в заклад. Больше ходи, больше говори в партере. Как бы пояс. Ну, так завязывать как бы нельзя. Сейчас. То есть. Надо так завязать, чтобы меня не видел. Раз, его развязал, вот опа упал. Чуть я пояс не развязываю. Так я его уже завязал. Я или ты завязал? Я завязал. Нет, это что? Он уже у меня здесь сразу. Но я не видел фарт. Ну? Он был фарт. А, фарт. Джим! Последняя схватка. У вас решается, кто выиграет. Капку. Я не вижу. Назад! Сверху, сверху, назад! Переворачивай, держи его! Так и держи! Раз! Два! Осторожно! Стоп! Смотри! Стоп! Ну, чтобы он сюда заворачивался, в зале идет ват. Его держать надо! Ват, не вижу работы, не вижу своих рук! Показывать, что не делать ни в коем случае. Работать, план. Где край ковра? Где край ковра? Почему его не видно? Георгий, так, шина получится еще раз для нас. Стягивай. Давай подвигаться. За собой тяни. За собой. Руками надо. Не нагружай. Ничего. На краю. Прижимай его. Аккуратно прижимай. Стоп! Затолкивание не идет что-то? Что-то за разговоры. Что-то за разговоры. Вперед. Хаджи. Не могу тебе объяснить во время борьбы. Что ты будешь знать? Так, осталось 3 минуты. Работает, Влад. Прижимать, Влад, его надо! Сентяна, клоня. Влад, смотри. Прижимай, Влад. Влад, я извиняюсь. Но ты так лежал, что на базаре упал. Хаджи. Прижимаем его к краю ковра! Руками так высоко! Мешок, блин! Базари! Сейчас удержание! Сказал, что не делать, прием! А сколько вот это только? Эй, сказал, что не делать тебе этот прием! Базари, вот это пол. Вот тут выиграл. Сказал тебе не делать, блин! Хочешь? Базари, проигрывай, блин! 2 минуты осталось, работать! У него шито есть, еще 2 надо ему! Только не бросок! Работать нужно не бросками, а сюда! Два собрался! Он захватывает, так? Да! Давай, Влад. Ногами работай, ногами. Двигайся вправо, поведи руками, потом влево. Руками веди, не надо подсечки. Веди. Не надо подсечки, мне не дают твоей возможности работать. На защите вы. Да, пожалуйста. Руками выводи его из равновесия. Толкай.
вперед! Назад! Куда руку, ты что? Опять? Не надо подсечь, не выталкивай его! Да вот не могу! Чего не можешь, блин? Умирает, я не могу сюда мотать делать! Делай! Он же упирает! Ну а как ты хотел, блин? Вперед собрался, полторы минуты осталось! Вот ты! Вот эй! Блин! Вот же стоял! Почему в эту сторону не подвернулся одной рукой? Давай, 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 Влад, минута! Выталкивай его, выталкивай! Ой! Концов снимай. Что? Заправь. Что ты можешь? Ну, да, я сам, знаешь,